Галина Петровна, здравствуйте. Внутри каждого такого пакета с надписью «Будьте здоровы» – чай с карельскими травами, мед и маска для безопасности. И все же главный подарок вовсе не в пакете, а во внимании к людям. В канун 1 мая мы всегда поздравляем ветеранов, проводим для них какие-то специальные акции, мероприятия. Возникла идея с молодежью у нас о том, что нужно им все-таки сделать какой-то приятный подарок. Ну а какой может быть приятный подарок? Это когда вот все вокруг болеют, это безусловно хороший карельский чай, хороший карельский мед, масочка для безопасности, там, ну и добрые пожелания. Профсоюзы проводят эту акцию не в одиночку. Им помогают волонтеры из Петрозаводского госуниверситета. Ведь для того, чтобы собрать и доставить пакет каждому ветерану, необходимо немало рабочих рук. Ну, я люблю помогать, особенно сейчас такое трудное время, когда нужно, так сказать, пожилым людям помогать в честь 1 мая. Всего в списке подопечных карельских профсоюзов около 50 человек. Чтобы успеть доставить подарки всем в один день, были сформированы 5 экипажей. Среди тех, кого сегодня посетили волонтеры, ветераны войны и труда. Алексей Неживенок, Владислав Будников, служба новостей.